матче. Это вы кричите на матче. Это все я делаю. Вперед за Сочи! 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 Итак, друзья, это большой ТВ, прямой эфир. Мы идем, как говорится, в народ. Привет, колдун! Что у тебя с руками? Почему они у тебя вечно зеленые? Короче, сегодня есть такая тема. Так. Сочи играет быстро и мощно. Победа нужна нам сегодня срочно. Это ты такую Это прям сейчас ты понял, прям да? сейчас ты придумал? Баста отдыхает. То есть это показать? Как Лео делает. Лео, ты есть хочешь? Есть. Ну, пойдем. А вы почему без, это сказать, второй половины на игру пришли? Работают. Работают в субботу? Конечно. Я мы болеем за Игоря. Что? Какого Игоря? Как фамилия его? Попов. К нам пожаловал. Ты знала, ты мне только говорила. Константин. Попов? Игорь. Баронин. Константин Воронин. Третий раз тоже сказал, наши выиграют, так и выигрывают. А сегодня все сегодня нормально. Сегодня тоже будет нормально. На что готовы пойти ради любимой команды? Быстрее. Что-то такое экстравагантное. Поехали. 3, 2, 1. Да, там пам пам парарам пам 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 парарам пам 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 Сочи, Сочи. Давайте какой-нибудь. Сочи, да-да. Не говорите по-русски? Ай, не надо. Зачем? Да, когда сборная Индии будет играть? Индии крикет играет. Когда? Крикет. Крикет играет? А хоккей? Хоккей, трава хоккей. Знаете? Трава хоккей? Да, это не холодно хоккей. Когда трава, там хоккея нет, да? Нет. Не говори такого слова, ты чё? Эй, Сашка! Сашка наш, Иванов. У нас просьба к вам такая, нам пораньше надо домой уйти. Давайте снимем два эпизода. Эпизод первый, наша команда выигрывает, а эпизод второй мы проиграли, ладно? Просто домой надо пораньше уйти. Если выиграет, мы... Давайте, сейчас мы показываем, что мы выиграли. Понятно? Сыграть. Все, много вопросов, мало времени. Все, давайте, ладно, подключитесь, пожалуйста. Все, снимаем первый эпизод. Сочи, побед! Теперь второй эпизод, мы проиграли. Да, у нас мало времени. Так, две эмоции. Первый вариант, значит, победили. Второй проиграли. Только, ну, это все серьезно. Ура! Черт. Кто мог бы лучше играть? В Сочи. Они могли бы все лучше играть. Но, в особенности? Почему-то сегодня не разыгрались. Можешь передать привет маме, бабушке и своей сестре. Давай.